Здравствуйте, друзья! Продолжаем изучать всякие аспекты Отто. Вот он у меня, Отто, это вот такой вот робот. Вот такой вот, да? Сейчас я его подсоединил, и чтобы он у меня там по столу не бегал, я его, соответственно, вверх ногами на подставку для телефона поставил. Сейчас мы их будем программировать. Вот. Программировать Отто можно по-разному, через Arduino IDE и через, ну, такие блоковые всякие системы, интуитивно понятные. Ну и вот благодаря этому сайту мы зашли в коды. Вот, загрузилось у нас, да, и вот здесь download, эту блокли вещь. Вот, здесь есть всякие подсказки, как это программировать. Вот, how to code, да, есть. Соответственно, давайте мы сейчас... Я уже забыл, где. Пройдемся по этой подсказочке. Design the future. Manual and 3D files. Это нам не нужно. Нам нужно KD. И где-то вот здесь вот было. How to install, download, unzip, verify. How to code. Open guide. Вот. Мы сейчас его откроем с вами и посмотрим. Отто Блокли гайд. Это видео, его можно посмотреть также в Яндекс.Браузере. Яндекс.Браузер переведет все вам моментом. Мы даже... А где мы? Я в Яндекс.Браузере, да? Так. Но это не видео, это картинка, я так понимаю, про видео. Так, дальше пошли. Можно в Arduino IDE, да, программировать. Можно в Отто Блокли стендалон. Вот это вот мне бы, я бы, конечно, перевел. Копировать. И давайте мы в Яндекс.Браузере переведем. В Яндекс.Переводчике. Стендалон, да? Стендалон. Угу. Давайте вот это вообще все переведем. Мы любим так работать. Так, но у меня тут беда опять с этим. Что-то с интернетом какая-то беда творится. Вообще на самом деле. Так, я даже могу, может быть, на другую. Может быть, это у меня. Так, давайте мы. Это просто какая-то беда. Отто Блокли standalone works offline. Now compatible with all OS, easy to use. All-in-one coding and USB upload. No need Arduino libraries. Отто Блокли Standalone работает автономно, теперь совместим со всеми ОС, просто в использовании, кодирование все в одном, и загрузка по USB не нужны библиотеки Arduino. Так, а если по Arduino мы будем... Это я показываю, как бы я бы занимался с ребенком, да, вот эту вот англоязычную, эту всякую, все эти вещи. То есть сейчас это достаточно Arduino просто. IDE works offline compatible with all OS, requires to additionally install libraries and coding experience with C++. Arduino IDE работает автономно, совместим со всеми ОС, требует дополнительной установки библиотек и опыта программирования на C++. Так, да. Ну или можно изучать. Вот. KD your own robot. Да, это интересно. Копировать. Сейчас мы переведем. Наверное, это будет очень много. Мы сделаем вот так. Вырезать, копировать и вырезать. Вот так. Set up an installation of software. Familiarize with the block programming environment. First simple projects, like programming a dance with Otto. Настройка и инсталляция программного обеспечения. Ознакомление со средой блочного программирования. Вот. Первые простые проекты, такие как программирование танца сота. Вот, да. Мы с вами попробуем, да, вот войти в эту тему блочного программирования. Это очень интересно, да. То, что с детского садика можно программировать какие-то DAI устройства так, как тебе это нужно, это, вообще говоря, сильно было сделано. Learn the concept of sequential thinking and conditionals. Make more complex project, interact with sensors,
Use advanced programming. Изучите концепцию последовательного мышления и условных обозначений. Создавайте более сложные проекты, взаимодействуйте с датчиками, используйте предварительное программирование. Вот это вот, кстати, насчет датчика. Вот то, что вот Отто сделано не масштабируемым, да, в смысле того, что, ну, руки, ноги, голова, вот и вся моя семья, да. В этом смысле, конечно, недоработано был изначальный концепт, недостаточно верно. Я бы разделил, да, его на как бы процессорную часть, которая может быть в том числе там частью головы и съемную, да, и потом на всякие добавки там тела, там руки, ноги, да, ну как это вот рисовалось там, кружочек, как его, что-то там черешочек, черешочек, вот и вышел человечек, да, руки, ноги, палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек. Ну, вот так как-то, да? Понятно, я объяснил всем, наверное. Download Otto Blockly. Мы это сделали. You антивирус. Чё? У меня. Что мой антивирус? Asterisk your antivirus might tell you. The software is not safe. But it not true grinning face. Just proceed. Ваш антивирус может сообщить вам, что программное обеспечение небезопасно. Но это неправда. Просто продолжайте. Угу. То есть они троян вам засылают и говорят, продолжайте дальше. Ну ладно, что делать? Я инстал сделал. Вот, есть все-таки, да? Так, вот, видите значок? Перевести видео. Adi.com Academy и нажмите программное обеспечение для программирования, а затем загрузите Otto. Видали как? Все. Это я вам показываю, как можно круто, да, там сейчас Яндекс. Вот, смотрите, перевести видео, да, видно вам? Перевести. Вот сейчас он займет некоторое время, мы с вами пойдемте дальше, а потом вернемся и посмотрим. Install USB драйвер. Ну, у меня все инсталлено, здесь объясняется, как инсталить. Так. И, кстати, вот это вот находится в Docs Google.com. Я хотел давно вот начать. Ну, какую-нибудь с вами попробуем документацию вынести вот в Docs Google.com и сделать ссылочку на нее. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Так, User Interface of Otto Blockly. Пользовательский интерфейс of Otto Blockly. Ну, давайте посмотрим. Ага. Levels. Я так понимаю, это трудности. Language. Examples. Это мы все с вами делали, да, уже? Но сейчас просто подробнее. USB порт, upload. Там всякие значочки. About serial. Это там что за порт, я так понимаю, тоже. Тут всякие подсказки. Serial, mode, safe Arduino код. А, можно код еще сохранять. Ну, круто. Круто. Workspace, здесь блок, drag, drop, и что можно перетаскивать в Workspace. Все, я понял. Давайте я запущу, сейчас покажу, как это выглядит. Вся байда. А мы с вами, пока я это жду, сейчас мы тут попробуем. Уже перевелось. А что он тут? Всегда начинай со структуры. А? Далее в установочных базах нам нужно указать, какие контакты будут управляться. Вот, повторюсь, это Яндекс браузер делает. Прям замечательный. И причем определяет мужской, женский. Может быть, они обещали сделать детский. Не знаю, сделали или нет. И emotion добавить, то есть эмоции. Так, ну ладно, запускаю я Otto Blockly. Я уже установил. Сейчас его вытащу сюда вам, чтобы было видно. Вот, видите как? Так, здесь English, а мы сделаем русский. То есть русский язык тоже есть, пока не заблокированный. Есть и проекты. Так, Nano, COM12. Видите, он у меня все определил. Вот эту вот вверх ногами сидящую эту. Вот у меня шнурочек вошел в COM12. Все увидел. Так, и давайте мы пока, что у нас все работает, вот в аудио войдем. Начальный уровень у нас Otto. Так, а где Music будет? А,
Отто обычный, да? Что у меня тут? А что у меня первый Отто? Так, а почему он мне дает какой-то time, logic, mass, cut, base? Что-то он мне второй. Серво, вот, аудио, давайте. Аудио, о. Да? О. Так, это что-то не то он мне дает, да? Угу. Вот, примеры есть, вот. Simply Melody, о, давайте. Да, загружаем? Так, давайте я сейчас расширю вам, чтобы было не видно вам, да? Так, загружаем. А как мне сделать, чтобы загружать? Так, ускакала белогривая лошадка. Так, сейчас мы попробуем растянуть. Вот, зеленая. Так, а вам все равно не видно. Вот, теперь вам видно. Ну, давайте загрузим. Проверка. Ну, фигу. А, все, понял. Да, это я понял. Все, сейчас мы это выключим. Опять включим. Все, я понял. Тут вот кое-где такое старинное указание. Надо просто где-то нам указать про то, что D5 это то же самое, что 13-й пин. Из-за этого у вас будет подглючивать. Да? Я минутное видео, наверное, сниму. И это, наверное, у многих, кто нано использует, такое классическое. Так. Причем раньше, по-моему, это не было. Это вот когда поменялось Arduino IDE, и вот это вот они его где-то вызывают, и появилась эта ошибка, что нельзя D указывать. Ну, 13-й поменять. О! Видали? Так. Давайте еще какой-нибудь мьюзик. Это где мы? Вот, шапочка, это примеры. Simple Melody, да? А есть еще какие-то? Так, вот это. Ringtone Sounds. Вот, давайте вот это. Да? Раз. Видали, как легко? Так, ай. Ай-яй-яй. Вот учил-учил, а сам-то опять второй раз на те же грабли. Так, сейчас закрыть окно. Знаете, что случилось, да? Так, а случилось все то же самое. Так, давайте это раздвинем здесь. И потом пойдем. Я выключу этот звук. Так, вот. Что нам надо сделать? Вот D5, да, поменять на 13-й пин. Не привязывает. Говорит, уже нету его определения. А? Видали как? О. Это Москва-Париж была, да? Или нет? Кто знает, пишите это. Space или нет? А это угадай мелодию. Я не знаю, что это. Причем это все из сетапа сделано. А, все, замолчал. Ну и хорошо. Значит, вот я вам показал, как это... Блокли работает замечательно на примерах, но поедем посмотрим, что дальше надо. Quick Starter Test. Так, это, давайте, как это, отсюда я смогу озвучить? Нет, я могу только копировать. Озвучивать мы с вами будем, соответственно, в Яндекс.Переводчике. Так, Quick Starter Test. Quick Start 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 Test. О. Тест быстрого запуска. Hi, Otto Builder. Builder. А здесь я правильно сказал. Не стал build говорить, да? Hi, Otto Builder. I am back, ready to help you. Привет, Otto Builder. Я вернулся и готов вам помочь. Вот, видали? А у нас и... Так, что тут надо сделать? Dance. Но тут вот почему-то вот эту я не нашел. Dance Otto Die Starter. Вот такого примера я почему-то. Let's open an example by clicking the head button. Да? Давайте переведем. Чтобы вы просто знали, что это не страшно теперь.
эту шляпу, да, самостоятельно, даже если вы учили французский или не учили никакого, а балду гоняли все 8 лет. Давайте откроем пример, нажав на кнопку «Шляпа». Ага, вот, шляпа, это вот это вот, да, кто учился, тот вот шляпа. Так. Let's open an example by clicking the head button. Так. А здесь что? Потом я минутки сниму вот эту нудятину свою, я пересниму в минутках. Но это для себя пока. Select the dance example. Так. Выберите пример танец. Dance example. А где его dance example? Там днем с огнем не найдешь. Так, вот шляпа. Давайте, dance. Примеры. Ну и где? Бипет. A, B, C, D. Ну, во-первых, не по алфавиту. Да, смотрите, кто увидит Dance Examples. Я что-то такого... Вот много всякой байды, и Dance Examples нету. Давайте, первый уровень. Отто, первый. Вот, первый уровень. Cute Sounds. Вот это есть, да? Давайте. Вот Cute Sounds есть, DB5, вот чтобы запомнить, на 13-й пин меняем. Может быть, у вас, в зависимости от того, какая у вас версия самого этого залита, и не будет. Может быть, у меня какая-то ID-шная библиотека мешает, не знаю. А может быть, они что-то намудрили. Это переберу сейчас все его звуки, да, какие вот у него. Happy, sad, confused. О, видите, тут они вот тут. О, вот эти все. Все, последний будет disconnect. Вот мы уже освоили новую технологию. Так, ладно, пока он тут развлекается. А, нам надо посмотреть дэнс где. Уровень первый. От этого зависит шляпа. Дэнс. Ну, что-то тут. Тут я не вижу дэнс. Давайте второй. Нету, не вижу я. Так, а как он должен? Может быть, Project Name? Dance? Так, а как Dance у нас пишется? Давайте посмотрим. Level 1. Нет, это в Level 1 должно быть. Так. Ото выбранный должен быть. Ну, давайте. Ото. Level 1. Project Name. Ну, D. Да. Да, на все. Но что-то они поменяли в своем мотоблокле. Я что-то найти в экзамплсах не могу. Так, а номер они тут дали этого? Можно посмотреть? Левел 1. Видите, у них тут все по-другому. Теперь нету здесь левела. Может быть, дополнительно можно скачать? Не знаю. 2. А он мне все равно, видите, не дает. То ли они что-то поменяли. Но я еще это поищу. Так, он будет залупливать это, да? Так. Ну давайте тогда сейчас предыдущую нашу музыку. Simple Melody. Вот эту, да? 13. Где он сейчас поиграется и замолчит? Так, сейчас давайте я вам покажу, что я... Так, нет, это тоже луп будет. Нет, это нам не пойдет. Ну-ка. Вот, нам надо, видите, здесь нет луп. Он только в сетапе проиграет и замолчит. Вот мы сейчас это и загрузим. Блин. А, знаете, что я сделал? Я опять... Так, чтобы закрыть его, это окно, просто вот закрыть окно и все. Делаем. Так, сейчас опять открываем. И что-то вот не люблю я, когда документация какая-то странная, да? Почему Examples по-другому работает? Опять меняем на 13. Здесь иначе мы зависнем с ошибкой. Так.
Здесь подрастянуть. Ну, это мне надо подрастянуть, чтобы у вас было видно. Так. Давайте вот сейчас. Все, сейчас проедет все у нас. Во, видите? Так. Мелодия вот это есть, как-то по-другому они стали делать это. Ну ладно, документацию мы, возможно, не поменяли. Так, ну давайте дальше пойдем посмотрим, что они нам говорят. Так, это мы не можем. If you are adventurers, select a different examples. А у нас не меняются почему-то они. Вот почему? Я вот это не до конца. У нас какие-то странные примеры. Они у нас тут не меняются. Я вот беру там второй, например, да, Project Names. И их нету. Странно. Или я что-то не так делаю, да? Один, два. Ну-ка, дайте английский, может, вариант надо выбрать. Да нет, наверное. Так, английский. Examples. Нет. Почему-то не те. Поиск. Сейчас. Ну ладно. А можно их examples скачать, интересно? New, open, nano. Так, а что тут еще? Может, где-то подскачать можно, апдейтить? Variables, functions, variables, sound, buzzer. Но это тут заготовленные какие-то вещи, да? Timing, communicate. Ладно, нет, пока ничего вам про этот examples не могу сказать. У меня его нету. Они ничем не поясняют. Они говорят, open an example by clicking the hot button. Вот на эту шапку нажми, у тебя откроется examples level 1. А я нажимаю, у меня без всяких. Что третий level, да, я открываю hot. Да, у меня все одно похожее на то, что у меня TFT-дисплей, animation. Давайте... А, во, мы сейчас проверим. Давайте, вот тут у меня будет на третьем левеле 78 примеров. Давайте на первом посмотрим. Первый. Так. 78, то есть аналогично. То ли вот что-то с левелами тут подвисает. И у меня меняется вот тут. Может, тут еще как надо? Робот. Или вот тут что-нибудь у меня. Lex. Примеры. Нет, все то же самое, да? Никак. Оператор. Не меняется ничего. Не знаю, куда. Так, ну ладно, давайте тогда читать дальше, а там потом посмотрим, что тут не то. И почему это так? Так, следующий у нас. Connect your robot and make sure it's a com. Это мы с вами проверили. Да, com у нас все выбирается. Так. Upload. Вот эта стрелочка, да. И, кстати, уже нету... Да, они поменяли софтвары. Видите, нету у них. Upload есть код. А чек проверить почему-то нету. Может быть, это только в этих в примерах нету. Это мы потом проверим с вами. Click in the upload button. Это вот это, да? The upload process should take less than a minute. Ну, давайте переведем, как это должно нормально звучать. Так.
The upload process should take less than a minute. Процесс загрузки должен занять менее минуты. Ну, мы с вами простой пример посмотрели, ну, где-то так и есть, да, менее минуты. Так, error, вот, мы это тоже видели с вами. Oops, error, is the error APS Z means Arduino Nano board is not correct. Then try select Arduino Nano instead and click upload again. Ну, говорят, поменяйте бутлоудер. Если это будет, зависит в бутлоудере. В нашем случае неопределенная была нога D5, а надо было 13. А D5 где-то... Я это замечал и в Arduino IDE, что они где-то потеряли это определение. К сожалению. Так, ну вот когда вы все сделаете, it only takes few seconds to upload the code successfully when the right board is selected. Ну и все, если вы все правильно выбрали, то будет вот так. This means your code was uploaded to auto and your robot should be dancing now. You did it contrast. See you later. Так. Quick start resume. Ну мы так что-то и не смогли запустить. Сейчас потыркаемся, конечно. И попробуем вкинуть тогда. Quick start resume. Быстрый запуск возобновления. Так, давайте, что тут надо будет? Install Auto Blockly. Open an example. Connect your auto. Select Arduino Nano. Установите Auto Blockly. Откройте пример. Подключите Auto. Выберите Arduino Nano. Так. Nano. О, а мы Nano говорили, а это надо Nano говорить. Nano. Arduino Nano. Так говорит наша девочка. Так, ну мы практически все это сделали, только с музыкой, а не с танцеванием, да? Хотя надо... Сейчас потыкаем. Старый загрузчик или без него? Select USB.com, сейчас мы это все повторим. Ну это я не буду даже. Click upload, wait a bit. Подождите немного, да? Так, следующее что? Common issue. Так, давайте. Мы все там делали, мы потом еще раз что-нибудь позагружаем, и я буду комментировать. Common issues. Общие проблемы, да? Общие проблемы. Хотя в 10-м Windows, мне кажется, у меня сам встал этот SH340 драйвер. Так, копировать, да? Давайте, какие бывают проблемы. Auto doesn't appear connected. Install the CH340 or FTDI USB driver to see, be able to see it in the COM port. Auto, похоже, не подключен. Установите USB driver C340 или FT, чтобы увидеть его в COM порту. Auto doesn't appear connected. Install the CH340 or FTDI USB driver to see, be able to see it in the COM port. Can't upload code. Wrong board selected. Try Arduino Nano old bootloader or Arduino Nano. Не удается загрузить код. Выбрана неправильная плата. Попробуйте старый загрузчик Arduino Nano или Arduino Nano Nano Nano. Nano Nano Nano. Круто. Красиво звучит. Does auto reset every now and then? Low quality batteries or bad connections? Периодически ли auto выполняет перезагрузку? Батареи низкого качества или плохие соединения. Это если он постоянно включается, выключается, включается. Are auto legs and feet twisted? Make sure you centered and aligned your servos when assembling. Не перекручены ли ножки auto? Убедитесь, что вы отцентрировали и выровняли сервопривода при сборке. Now, let's learn the basics. Ну, давайте. Now. Теперь... Мы начнем изучать основы, да? Now let's learn the basics. Теперь давайте изучим основы. Так, давайте мы тогда эти изучения основ перенесем на следующий наш видос. А сейчас попробуем что-нибудь загрузить, чтобы он ножками подрыгал. Вот. Так. Да. Где моя Blockly? Вот она. О. Да. Так.
Давайте один. Вот так. Так, это мы не будем. Bipped Calibration, Bipped. Вот, наверное, Bipped Dance. Ну-ка. Они по-другому назвали. Ничего у нас тут нету такого. Ну-ка. Так. Во! Задергал ножками, смотрите как. Но правда я бы танцами какими-то большими не назвал. Но что-то он тут дергает. Какие-то странные. Не, мне не нравятся такие танцы. Это какая-то. Это... А! У него я его. А, сейчас мы его включим, ему энергии не хватает. Ну-ка. А, сейчас, секунду, я батарейку у него вынул. Так, расковырял я этого несчастного Отто. Давайте сейчас подсоединю батарейку. Видите, батарейки не было. И он, бедный, там умирал. Вот про что они говорили, что недостаточное питание, и он, бедный, будет постоянно перезагружаться и как этот, дергаться, как болявый. Вот. Судороги предсмертные. Так, когда энергии не хватает. Ну, давайте, включаем. О, совсем другое дело. Смотрите, как весело дергает ножками. Ну, похоже, да, на танцы. Вот, ну, на этом сейчас будем уже заканчивать. Я переверну. Вот он так вот танцует, да? Ну-ка. Вот так вот он танцует. Это я сейчас вам... О, так. Сейчас попробую, может быть, на большой перевернуть, если у меня получится. Так, сейчас посмотрим. Вот. Вверх ногами. Я тогда сейчас вам вот так. Так, переведу сюда камеру. Переход сделаю. И мы с вами закончим это вот. Такая вот. Так, ну давайте повернись. Это, конечно, не те танцы, что у меня. Но, тем не менее, можно уже убрать у него это. Это мы компьютер отдай в башки своей дурной. Вот такой вот прикольный. Видите, вперед, назад, ну так, музычку если. Та-та-та-та. То будет танцевать. Так, давайте я пробую. Ну вот так. Ну-ка вот отодвинься-ка. Ну-ка отойди. Чтобы было видно, сколько у нас что. Вот. Смотрите, как мы хорошо. Вот это другое дело. Ножка. Только бабочка такая есть. Ножку вперед, ножку вправо, ножку назад. Да, это он что, польку бабочку танцует? Все, на этом все. До завтра. Завтра пойдем дальше. Изучать, что там с этим мото можно делать. До новых видео. Так, а что я на телефон? Ой, ё-моё, а почему? А почему? А? А как же? А почему все время? А как же его? А, у меня переворачивает. Понятно, у меня телефон переворачивает. Надо. Угу. Это надо где-то в настройках перевернуть. Да, вот. 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 Где-то вот здесь, да? Сейчас. Ориентируйся. Вот. Раз. Что получилось? Ну-ка, сейчас посмотрим, получилось, не? Вот, да? Что-то, не-а, все равно не получается. Так, какая-то... Ну, так, сейчас. Ну, ладно, это мы потом с вами все выясним. До новых видео. До завтра.